Родители имеют право передавать ребенка на время более 2-3 часов. В законе нет вообще близко, рядом где-то такого ограничения, что нельзя передавать на 2-3 часа своего ребенка, тем более уж родственникам. И тем более, что неправильно здесь тоже неправда сказано, что бабушка это дальний родственник. Бабушка это близкий родственник, об этом четко указано в кодексе о браке и семье. И вообще, это семья. В нее входит не только папа и мама, но также оттуда относятся и бабушка, и дедушка, и внуки, и сестры, и братья. Поэтому в этой ситуации, если передача осуществлялась ребенка бабушке или родной сестре, достигшей совершеннолетия, здесь никаких проблем с точки зрения закона не возникает. Это законное право каждого. Я вам более скажу, каждый из нас больше чем 2-3 часа передает ребенка более посторонним людям. Это близкие родственники, не дальние родственники, как было сказано. Воспитателям в детский сад передаем мы детей, передаем. Сами эти должностные лица больше 2-3 часов на работе находятся? Ну, я думаю, да. Поэтому и детей они передают. Точно, наверное, посторонним людям. Но никто же не принимает решение у них за это забрать детей. Это же бред, это абсурд. И как можно из головы высосать такие вот тезисы о том, что передача на длительное время более 2-3 часов и из-за этого забирать детей. И это целая комиссия по делам несовершеннолетних. Вот что шокирует, принимает такие решения, которые никак не связаны с законом и, я считаю, со здравым смыслом и какой-либо логикой.